Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Сок Яблочный, Алга, Гришся, Лунтик, пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали классный мод на Балди. Мы его ни разу не записывали, карта у нас Балди. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я его полечу и поставлю подальше от нас. Поставлю сначала одного, а потом будем смотреть, что у нас этого получится. Их что, несколько, что ли, было? Да, да, конечно. Все, есть. Готовый. Нет, я уже слышу. Он такой звук прикольный, да, издает? Поджопник. Да. А он издает звук линейкой, да, да, по ладошке. О. Так, 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 так. Почему он медведь? А получается, с нами пацаны и девчонки сегодня записывают, да? Да. Да, я понял. Стрелять нельзя, просто убегаем. Хорошо. А, подожди, а где он? Вы его видите? Нет. А я же его поставил. Этого чилипиздрика. Вместе стоит. А, вот, все, ребята, готовьтесь. Я его искусственный интеллект включил. Все, пошел, пошел. Именно за мной, да? Бегите, глупцы. Жопник дали. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Для вас. Люблю всех своих подписчиков. Убегайте, убегайте. Есть. Один умер. Так, два посмотрим. Быстрый? Очень, да, очень. Он... Не бойся, не бойся, не бойся. Я его тоже боюсь. Я бы спал. А, так, 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 так. Я тут стою. Если что, я смогу убежать или туда, или туда. Мы тут с железным человеком чекаем. Че он вас убивает? А меня не убивает. Они потому что там остаются. Залыкался где-то в трусах, в кустах. В трусах, да. У Балди. Настроение, как всегда, классно. Я слышу его звук. Да, я не слышу. Так, я пойду. Я пойду его искать. Я тоже пойду его искать. Думаю, слышу, слышу, слышу. Хлопает ладохой. Бонни хопа быстрее. Сзади бежит, быстрей! Я пошутил. Ой, блин, прикольно. Давайте. Да подождите, вы что, его убили, может? Нет, вы его не убили. Хорошо, давайте я их поставлю несколько штук. А, он на улице, он на улице. Он на... Блин, они могут и высоко летать. Залазят на крышу. А у них двери закрыты, они пройти не могут. Они могут их открывать. Они могут их открывать, я проверял перед записью. Они сквозь дверь, видел, проходят? А я буду вот так бежать. Бегут. Не бойтесь, не бойтесь. Ладно, бойтесь. Убил. Такой быстрый бегает. Их двое. Я один остался живой. Кстати, еще ни разу не умер. Я даже не знаю, есть скример или нету. Ой. Че, они за мной это все время идут? Отлично, отлично. Переключились на другого чилипиздрика. Их можно дверями стопить, потому что они не сразу проходят. Да-да-да, кстати, это хороший вариант. Дверями стопить их. Пошли за ним, пошли. Разбежайтесь в разные стороны. Идет, идет. Зачем ты Балди ведет Балди? А, вы, блин! Один Балди ведет троих Балди. Я вижу его. Он мимо прошел. Выживаем. Так, хочу, знаете, что проверить? Можно их ли убить? Сейчас, естественный... экспериментик. Это так спасает дверями стопить? Их двое, дверями стопить, это вообще шикарно. Ого, пуль вылетает сколько. Нифига себе. Где он? Покажи мне этого подлеца. Где вы? О! Его нельзя убить! Да, это... Да убегаете, что ж вы на него смотрите? За тонкое по нему не попасть. Он за нами, он за нами. Так можно? Нет! Быстрее, быстрее с прыжком. Они за нами. Капец, они быстрее. Фух. Нет, за мной, за мной, за мной. Увязались. Все три. А их убивать можно пробовать или нет? Че, можно? А их убивать можно? А, ну да, я разрушаю, но только ты их не убьешь, они бессмертные. Можно под столом заныкаться. Вариант один, это залезть на крышу. Или закрыть двери. Убила, убила, убила чувака. За мной! Он двери может проходить, вы же видели, да?
Да. Я придумал выход. А, не делись. Главное, что они что? Я... А! А! А, блин, это что ж такое? Блин, он сразу стопит дверями. Ух, вот не повезло. Плохо у нас нету, знаете чего? Пилпака не хватает. Чтоб вселяться в него. А если я буду тут стоять наверху, он до меня достанет? Не знаю. Так, я смотрю. Чекаем, давайте немножко передохнем, тут тяжеловато. Постоянно от них убегать. Там, я слышу, они у кого-то бегают. Я тоже. Но их тут нет. Ой, он меня через дверь замочил. Да, они, кстати, они на расстоянии убивают. О, вижу, вижу собачку Капхеда. Собачку Капхеда, гениально. Давайте все бежим сюда. Надеюсь. Мы ждем, знаете где вас? Возле входа в столовку. Да. Я готовлюсь. Уже достал такого. Ну где я они? Я вас слышу. Дима, смотри. Двери сломаны. Да я знаю это. Так, да еще одного замочили. Ой, они идут, идут сюда. Он это стреляет по ним. Это их подопытные. Какая-то жопа горит. Ой, я все равно бегу. О, Димас, привет. Привет. А как вы забрали сюда? А, двойной прыжок точно. Так, где они? Вышел, привет. С туалета, что ли? Ты что, в туалете был? С ноги закрывая двери, нормально. Все время в туалете был. Всю серию. А, пацаны, прощайте! Он прыгает! Ай, он блин! Почему он такой любимый? Ему вообще насрать! Ему... Он всех пришел и замочил. О, странно, двери работают здесь. О, я знаю, куда надо идти, на батут, они туда не могут допрыгнуть. Почему? Да-да-да, на улице вас жду. Все сюда, все сюда. Привет, беги, беги там, балди. Во, вот сюда он не достанет. О. Я надеюсь, я надеюсь. Ай, да, он не достает, он не достает такой. О, отлично. Да. Да, ребята, он не достает. Мы тащим. Он идет с этой стороны. Он запрыгнул к вам! Ой-ой-ой, вот это было больно. Сок яблочный, это оружие не берет их. Ты убираешь только нас. Не бери его. Блин. Оно бессмысленно. Надо брать логикой, умом. Да нет, я с этого оружия быстрее бегу. А-а-а. Когда стреляю, быстрее бегу, очень быстро. Ой-ой-ой-ой. Где он? Где он? Где он? Я его слышу. Он ходит за пацанами. Блин. Вот хорошая нычка. Вот надо сюда на столбик. Вот, отлично. Идет, идет, идет. Двое штук. Убила, убила лунтика. Ха-ха-ха. Так, прыгает очень высоко, кстати. Сейчас убьет кого-то. Сейчас кого-то убьет. Ого, да он на паутине, что ли, пытается запрыгнуть? Че, пацаны, кто спрыгнет, тот красавчик. Давайте. Я пошел, прощайте. Пока, я с вами. Закрывай двери. Они идут сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Бегите, глупцы. Беги, Димас. Зачем ты двери закрыл? А как мне что делать? Убила, да, тебя из-за этого, что я дверь закрыл? А меня не убили, кстати, пока что. Быстро. О, на горке достанут? Да, достанут. Достает? Да, я уже пробовал. А если вот сюда? Тоже, мне кажется, они же допрыгивают до тебя. Ага. Чё-то никого нету. А кто горит? Слышу звук горения жопы. Привет. Никого? Я нашел нычку.
Так, давайте их поудаляю, поставлю здесь. Давайте все-таки проверим, достанут они или нет. Ой, да. Ой, достали, достали. Ладно, знаете что, я остался живой. Он за мной. Я тут дверь сломал. Нашел баг, где не достаю. Я тут двери сломал. Пацаны, вы где? Прощай. Прощай, прощай. А куда он пошел? Димас, посмотри наверх. Посмотри наверх. А, ты меня хочешь обмануть? Ого, как он за меня допрыгивает? Ты чё? Ого! Балди замочил Балди. Это как-то ненормально. Ребята, напишите в комментариях, как вам этот мод на Балди. Мне кажется, очень прикольно. Даже, наверное, жестче, чем в оригинальной игре сделано. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!